Неудачи нас конкретно сегодня преследуют. Закрыта Ла Посада де Брасиль. И теперь здесь главенствует вот это заведение. Записались в очередь, сказали, подождите 20 минут. Отошли, через 5 минут уже позвонили. Говорят, идите, столы свободные есть. А вот там раньше находился вход в Ла Посада де Брасиль. Ну, пока вот так вот. Ой, а в Посаду де Брасиль, ну хорошо, что несколько раз побывали, и видео у меня на канале есть. Ой, какое пиво нам пенное принесли. Сразу Татьяну вспомнила Алексееву. Как она любила, ну, наверное, и любит до сих пор эту пенку с пива отпивать. Она с таким смаком это всегда делает. Отправлю ей потом этот видосик. Ну, что-то начали приносить, пока не поняла, что это такое. Непонятненько. Не знаю, что это такое. Понятия не имею. Разобрались. Вот из этого можно потом сделать пластиковый мячик. Так что оставляем все ребятишкам, которые приехали. Они потом дома соберут. Так. Это малышу гамбургер. Вообще я, конечно, фастфуд не ем. Но сегодня чего-то так захотелось. Сейчас мне принесут гамбургер, который называется Трибека. Почитала там что-то такое. Вкусняшки. Вот для злопыхателей, которые утверждают, что русскому ничему теперь в Испании не рады, что выгоняют русских из Испании, нифига. Вот принести нам блюдо, называется чулетас русос. Мы заказали три вида ребрышек. Мадре мия, ке грандиссимо, боже мой. А еще мне гамбургер принесут, куда же это все будет влазить-то? А еще мы здесь такие вкусняшки нашли с кофе потом. Покажу на камеру, засниму. Мы попробовали три вида ребрышек. Просто свиные, свиные копченые и телячьи. Ну и вот принесли мне мою Трибеку. В Испании есть женское имя Ребека, но мне принесли Трибеку. Кстати, холодная. Гамбургер Трибека. Говядина, мясо говядины, сыр Монтерей Джек, авокадо, карамелизированный лук. Все это выложено на листы салата. Помидоры, красный лук и соус медово-горчичный. Первый раз пивасик приносили в кружке, а второй раз в бокале. Вот если смотреть по миллилитрам, мне кажется, что абсолютно одинаково. Спросила, а что же вот здесь находится-то? А мне говорят, это специальный... Нет, это не мадера, это уэсо, да? Косточка? Косточка. Все хочу сделать фото этих официантов. Они экипированы, как будто ковбои. По бокам у них такие... Сейчас, может... А, да, вот сейчас покажу. Опа! Ковбой! Здорово получилось. Пробовали все виды ребрышек, которые подают в этом заведении. И сейчас будем пробовать очень оригинальный десерт. Ну, прямо, ну, очень. Покажу, продемонстрирую. Папа собирает мячик, а ребенок весь в телефоне, в игрушках. Pelota. Mira, tú que no creas que no, ¿eh? Te una ducha, ¿verdad? Para que vaya a la raja, porque hay hembra. Так, вот принесли нам такое блюдо.
Как вы думаете, что это? Если вы думаете, что это крошки мигоса с авокадо и с чипсами мексиканскими, вы ошибаетесь. Это сладкий десерт. То есть шоколад, мусс. Este es chocolate, el dentro mousse, chocolate, y eso todo es postre. Todo. Pelo. Pelo. ¿Qué? ¿Qué? Pelo. Oh, вот такая косточка. Вкусняшка, вкусняшка, рекомендую. По обычаю, когда все поели, испанцы начинают пить крепкие алкогольные напитки. Хотела заказать мартини с ананасовым соком. Нет у них мартини. Попросила водички принести, питьевой. Una vasa de agua. Принесли, но у меня такое чувство, что они просто ее из-под крана налили. Сделала пару глотков, что-то расхотелось. Не буду дальше пить. Обеденное время закончилось, все столики пустые, а мы все сидим и сидим, сидим и сидим, сидим и сидим. А самолеты все летают и летают, летают и летают.